В рамках официального визита президента Шавката Мирзиёева во Францию в ноябре прошлого года между Министерством горного дела и геологии, государственным предприятием «Новый Уран» и французской компанией «Орано Майнинг» подписано трехстороннее соглашение о расширении сотрудничества по добыче и переработке урана. На днях рабочая группа зарубежной компании в составе горняков, геологов, специалистов и экспертов по технологическим процессам посетила Новоисскую область в целях ознакомления с деятельностью предприятия. «Новый Уран» является крупнейшим производителем и экспортером урана в Узбекистане. Как член Международного агентства по атомной энергии, занимает 5-е место в мире по производству природного урана. На встрече с представителями французской компании с руководством данного предприятия дана общая информация о естественных урановых месторождениях. Стороны договорились о подписании меморандума о сотрудничестве, в том числе для вывода на новый уровень качества объемов производства. Отмечалось, что начата практическая работа по увеличению в 2 раза объемов производства природного урана, исходя из опыта Франции, резкому снижению себестоимости продукции. В будущем планируется повысить коэффициент извлечения урана из состава руды на основе международного опыта. Согласно договоренностям, достигнутым в рамках официального визита президента Узбекистана во Францию, компания «Орано Майнинг» наладила взаимодействие с государственным предприятием «Новый Уран». С этой целью наша делегация и находится здесь. Мы изучаем каждый аспект. Вместе будем разрабатывать планы дальнейшего развития, стратегическую дорожную карту. Хотел бы обратить внимание на еще один важный момент. Отмечу, здесь созданы все необходимые условия, открыты широкие возможности для сотрудничества с зарубежными партнерами, чему мы очень рады. У меня была возможность ознакомиться с процессами добычи, геологоразведки и практики в области добычи полезных ископаемых. Кроме того, члены делегации посетили более 10 значимых объектов, в том числе горно-рудное управление «Зафарабад», производственные участки «Учхудук» и «Нурабад» и связанные с ними технологические рудники «Северный Канемех» и «Мойбулок», завод по производству урана. Поскольку деятельность компании «Орано Майнинг» ведется в том же направлении, что и государственное предприятие «Новый Уран», взаимное сотрудничество выгодно во всех отношениях и, безусловно, очень интересно. В добыче урана достигаются высокие результаты. Мы нацелены удвоить уровень. Это задача, поставленная перед нами. Планируем повысить эффективность за счет цифровизации горнодобывающей и геологоразведочной работ. Безусловно, международный опыт и рекомендации будут полезны обеим сторонам. В настоящее время специалисты компании «Орано Майнинг» работают над изучением процесса. На следующем этапе будут приняты соответствующие меры. Это наша главная цель и миссия. Французским специалистам была дана подробная информация обо всех геологических и геотехнологических процессах, от буровых работ на урановых месторождениях подземного ощелачивания, добычи уранового концентрата до производства оксидов.